зарисовывать их чисто. Вот, поэтому там сейчас подожди, родной, там хипиш какой-то, сейчас. Добрый день, дорогие подписчики, с вами Леня Букварь, и сегодня речь пойдет о крепком прессе и о упражнениях, которые смогут его укрепить и сделать сильнее. Это вы увидите в данном ролике. Всем спасибо. Друзья, всех приветствую на своем YouTube-канале. Вот, сегодня речь пойдет, как вы поняли, из превьюшки про пресс. Вот, но я вам покажу сегодня упражнение, которое направлено на развитие силы и выносливости пресса. Уже миллион всяких роликов снято по этому поводу. Там красивый пресс, пресс за 3 дня, пресс за 3 часа и так далее. Вот. Этой херней мы заниматься не будем. Я вам покажу реально действенные упражнения, которые я использую всегда я в своих тренировках, для того, чтобы вы хорошо воспринимали осевую нагрузку, не стандартную осевую нагрузку, всякие перекосы, перегибы, чтобы у вас не поломало, у вас должен быть сильный кор и также поясница. Вот. Про поясницу сегодня речи не пойдет, но она тоже задействована в некоторых упражнениях, вот. Но в основном мы будем говорить про пресс. Сразу еще хочу сказать, что локального жиросжигания не существует. Вы не можете воздействовать только на эту область и здесь похудеть. Вот. В основном рельеф пресса – это питание и интенсивность ваших тренировок. То есть, если вы следите нормально за питанием, то будет у вас, скорее всего, рельеф. Так, ну что, сегодня будет топ упражнений на пресс от меня. И первое, с чего мы начинаем. Так, сейчас заметочку открою. Планка классическая с весом. Что могу сказать по этому упражнению от себя? Я его тренирую до минуты с нарастающей прогрессией. То есть здесь мы работаем в силовой манере на максимум. То есть, допустим, если вы, вас десятка уже трясет и колошматит, в принципе, вам тяжело, то оставляйте этот вес. Если вам легко, накидываем, то есть доходим там до 30 секунд, до 40 секунд, то есть, чтобы вы чувствовали, чтобы у вас напрягалось все тело. Нюансы по тому, как стоять в планке. Момент очень важный. Многие стоят вот с ними сбоку. Кто-то вот так стоит. Вот. Вот таким образом, прогибая поясницу. Кто-то вот так стоит. Ну, короче, всякие извратные способы. Скручиваем поясницу, напрягаем пресс. Вот. Стоим за счет пресса. На локтях.
Ничего страшного, если у вас не идеальная позиция, ну то есть горизонтальная, можно чуть жопу поднять, но поясница должна быть округлая, ни в коем случае не прогнутая, иначе это чревато травмами и всякой неприятной ересью. Вот, обязательно стоим за счет пресса. Также у нас много ходит там теорий по поводу планки, вредные упражнения, ужасное, стрёмное, его не надо делать. Если вы контролируете пресс во время этого упражнения, и он у вас действительно работает и напрягается, это четко, и не слушайте никого, выполняйте. Я на своем опыте, у меня личный рекорд плюс 100 кг на 40 или 50 секунд я стоял. Упражнение 2. Это боковая планка с гири, вот, на косые мышцы живота. Значит, располагаемся на одном локте. Ноги вместе, таким образом, выдавливаем гирю, далее поднимаем таз и удерживаемся в данной позиции. Смотрим на гирю, чтобы вас не шатало. И стабилизируем себя, в такой позиции стоим. Соответственно, работаем на каждую сторону, также до минуты. Если шестнашка тяжело, уменьшаем вес, соответственно, если легко, добавляем, можно 24 стоять, с 32 вас прибьет так, что вы там 30 секунд будете трястись, как мутная капля, поэтому пробуйте, очень крутое упражнение на косые мышцы живота. Упражнение number 3. Подъем ног висит. Классический вариант подъема ног. Ноги вместе, касаемся турника, плавно опускаем. Вот. Это уровень сложности номер 1. Показываю уровень сложности номер 2, более сложный. Поднимаем ноги в уголок. В данной позиции касаемся турника, возвращаем обратно. Касаемся, возвращаем. Касаемся, возвращаемся. Это второй вариант сложности. И третий вариант сложности, то же самое на одной руке. Висим на одной руке, можно поднимать как до касания, так и так. Следующий вариант, это останавливаем, поднимаем. Вот это самый дикий вариант, самый сложный. Попробуйте, кто не делал ни разу. Диапазон повторений. Классический вариант, в принципе, работаем. 3-4 подходика, обычно до 15 раз. Вот. Второй вариант. Больше 10 делать не советую, потому что ну, будет очень сильно забиваться. И, скорее всего, будете уже начинать раскачиваться, поддавать там другими частями тела. И третий вариант. По одной руке работайте примерно по 5 повторений. 5 на одну руку, 5 на другую. Пробуйте и то, все в разных стилях. Короче, работаем как на силу, так и на многоповторку. Упражнение number 4. Данное упражнение хорошее подводящее к флажку. Если знаете такой элемент флажок, то оно вам поможет его быстрее изучить. Значит, видите, на турнике ноги закидываем наверх. Называется, кстати, часть. Закидываем ноги и поехали. Очень неприятное упражнение. Часики чисто с 3 до 9 какая-то импотенция. Такая легкая импотирующие часики. Очень жесткое на самом деле упражнение. Сейчас даже сделал там 6 раз. Нормально разомнитесь, разогрейтесь. Вот, прохрустело все. Вот. Количество повторений. Я обычно работаю 10 в одну сторону, 10 в другую. Но это уже прям такой продвинутый уровень. Для тех, кому тяжело, там выберите диапазон повторений, который вы вывезете. Также в 4 подходах работаем. И еще важный момент. Эти упражнения, которые я показываю, их не нужно делать все в один день. Выберите 1-2 упражнения, разбейте там на одной неделе одно делайте, на другой другое и так далее. То есть чередуйте. Упражнение number 5. Значит, упражнение из тяжелки. Часто его любят выполнять штангисты. Подъем корпуса со штангой на вытянутых руках перед собой. Вот. Что здесь посоветую? Значит, у кого плохая мобильность, будет выполнять достаточно проблематично, у кого штанга не заводится наверх, вот, то в принципе нормально растянутый мобилен, то у того будет все в порядке. Здесь работаем
как в динамическом, в памповом формате, то есть на многоповторку, так и в силовом, доходя даже можно до ПМ. То есть можно работать на 5 раз, на 3, на раз, то есть в силовом формате. Ну и также не забываем многоповторку. То есть и то всегда нужно выполнять. Так, показываю, смотрим. Закидываем штангу наверх, ноги сгибаем. Штангу у нас на прямых руках. Ноги стараемся не отрывать, но если у вас будет немножечко штормить, то ничего страшного. И с данной позиции выдавливаем себя наверх. Очень крутое упражнение, обязательно пробуйте, постоянно я вам включаю свои тренировки, как в качестве заминки, так и в качестве основного упражнения. Так, ну и заключительное упражнение, мое любимое, выполняю его очень часто, уголок. Можно выполнять его как в висе, так в упоре, на кольцах и различные вариации. Значит, на висе показываю. Висе на турнике, поднимаем ноги, фиксируемся. И в данной позиции держим 90 градусов. Все, скайп. В упоре, что такое. А чем отличается, да? Ну, здесь у вас работает хват, вы висите, устаете, там душа ваша напрягается. Вот. А в упоре у вас уже работает больше трицепс на удержание. Такая статическая работа. Как бы нужно и то использовать. Вот, в висе даже делать чуточку легче. Повисли. Подняли, прыгли, держим. Также 90 градусов. Работаю примерно от 20 до минуты. От 20 до 60 секунд. 60 секунд это уже прям, ну, ебобо будет. Вот. В принципе, но стандартный такой диапазон 30-40 секунд. Вот. В трех подходах. Тоже в качестве заминки, либо в качестве разминки. В зависимости от того, какая у вас далее будет тренировка. Да, на кольцах еще можно. Здесь у вас добавится еще ко всему стабилизация. Вас будет потряхивать. Выбираем желательно низкие кольца, вот, чтобы не тратить силы на выходы. Но также можно еще и с выхода работать. Вот, без разницы, в принципе. Запрыгиваем на кольца, фиксируем и удерживаем. Руки не разводим, прижимаем к телу. Вот такой момент. Также многие ребята спрашивают, я не могу держать уголок, у меня там не поднимаются ноги, у меня там дрожит нога, как у эпилептика, что она оторвется сейчас. Типа такого. Вот, что делать в этом случае? Первое, это растяжка задняя поверхность бедра, жопа. Скорее всего, вы, ну если вы культяпки вот такие вот держите, то у вас просто ну, не растянута задняя поверхность бедра. Это первый момент, но в принципе вы можете, да, держать там какое-то время. Есть ребята, которые говорят, я не могу никак держать, мне больно ноги. Значит, скорее всего, у вас слабая поясничная и подвздошная мышца. Они здесь находятся, также прямая мышца бедра. Вот, и вы просто тупо не можете удержать собственные ноги. Что в этом случае можно делать? Удержание ноги на время каждой ноги. То есть мы встаем, поднимаем ногу. Опорная нога прямая, эта нога прямая, под 90 градусов подняли и в данной позиции держим ногу. Просто стоим, держим ногу. Можно придерживаться, если не хватает равновесия. Все. По 30 секунд поработайте. 30 секунд левая, 30 секунд правая. Ну, поэкспериментируйте в течение месяца и скорее всего ваша проблема решится и вы сможете держать уголок. Как-то так, это был, получается, у нас топ-6 упражнений лично от меня. Я их все использую, все советую. Они все рабочие, если их выполнять правильно. Вот. Но также не забывайте подписываться на канал, ставить лайкоциты. Вот. Как вам формат видео? Пишите свои комментарии, если вам зашел данный формат, какую группу мышц для вас еще показать, разобрать и так далее. Вот. Ну а с вами был Дмитрий Долотов, Зевс Игоревич там, за кадром. Вот. Всем спасибо и удачи!